и иди, сказал Ильич безногому дядьке. Это мой ученик, и он у нас глухонемой. И сегодня мы покажем, как я научил ездить на кайте. Это самый тяжелый спорт, и научить глухонемого практически невозможно. Но Ильич левел бог, и научим даже слепого. Ну вот так вот мы начинаем учиться с нашим немым другом. Оказалось, у него отец капитан дальнего плавания, у меня тоже.